Добрый день. Вот напротив магазина «Альканта», о котором рассказывали в Пишке на классе, находится кафе, бар, вот это, грильбар «Оливерс». Тут великолепно готовят на русском языке меню, достаточно приемлемые цены. Ну, так, немножко, конечно, дороговато, но тут достойно делают. Кафе, правда, постоянно много народу. Все, меню на улице также вам приносят. Суп дня. Подают с хлебом 4,90. Свиные ребрышки, вот эти очень вкусные. 6,90. Мидии на пару или в томатном соусе, вот это. 6,90. Что у них есть? Они готовят гарнир. Готовится нога ягненка. Это на 4 человек сразу же. Стоит 42 евро порция, но она там немалого размера. Обалденная вообще. Говорю, вдвоем ее съесть даже нереально. Вот фирменное блюдо, пошли. Вот она, нога ягненка. Ну и цена, правда. Ну да, но тут, говорю, на 4 человек подобрали, я не знаю, как съели. Луизиана. Мясной гриль. Питательный начо с горячим сыром. Итальянский, кто любит. Пища. Карбонара. 11,50. Ну, вот самое классное. Чесночный хлеб с сыром. Но тут дороговато очень. По сравнению с Китаем. Или там, где мы постоянно берем его. 4,90, 4,50. Конечно. Вот сейчас батон взяли в магазине, горячий. Это наше цена. Фирменное блюдо. Сколько я забыл, 40 с чем-то центов? 40 центов, 42, по-моему, центов. Вот. Это... Ну да, готовят там сразу же. Горячий, вкусный. Напротив вот магазин «Алькампо». На перекрестке этот бар находится. Улица. Тут и на улице можно сидеть. Как это жаль, не мороз. Это очень хорошая атмосфера. До новых встреч. Да.